Открытое патрулирование для сотрудников ГИБДД – лучшая возможность увидеть, как в реальности обстоит ситуация на разных участках ивановских дорог. Сегодня в центре внимания пешеходы, а конкретно то, пропускают ли их водители на нерегулируемых переходах. На сегодняшний день сложилась достаточно сложная ситуация с дорожно-транспортным происшествием с участием пешеходов. А точнее, происходит увеличение количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов. То есть за 9 месяцев произошло 126 ДТП, в которых пострадало 127 человек. То есть это достаточно серьезная цифра, и выросла она по сравнению с прошлым годом на 36%. В связи с этим мы проводим сегодня рейд по профилактике данного вида правонарушений. Задействован весь личный состав городского отдела, привлечены также сотрудники отдельного батальона для проведения данного мероприятия. Водитель этого автобуса, очевидно, очень спешил, поэтому не пропустил женщину на переходе. Когда инспектор указал ему на нарушение, пытался отпираться. Но спорить с техникой бесполезно. Нарушение было зафиксировано камерами наблюдения. Ну, вот она подошла, и машины все пришли. Машина, она выходит, машина находится на пешеходном переходе. То есть в данной ситуации нарушения у данного водителя нет. То есть вот она двигается, уже вышла, идет к проезжей части, по пешеходному переходу двигается. Автобус нас выезжает, подъезжает к остановке. По правилам дорожного движения водитель должен был остановиться перед пешеходным переходом. А дальше включите, где я останавливаюсь сейчас? Ну, проехали пешеходный переход. И пешеход меня даже не обходит, ничего. Так он нас не должен обходить. Вы должны остановиться перед пешеходным переходом, пропустить пешехода. Ну, что теперь с меня, значит? Сейчас он машину сейчас вас проводит, ваше постановление писать 1.18. Наблюдение показало, большинство водителей людей на зебре пропускают, но вот сами пешеходы зачастую ленятся дойти до перехода и перебегают дорогу, где придется. Инспекторы ГИБДД предупреждают, осенью, особенно в темное время суток, на дорогах пешеходов не видно. Чтобы не попасть в печальную статистику, проезжую часть следует переходить только по зебре. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.